С вами, как всегда, Андрей Лоскович. Сегодня у нас будет демонтаж. Будем демонтировать душевую кабину. Вот. Все это будет, весь процесс практически будет отсниматься вот, на две камеры. Одна из них будет аналог GoPro вот, в пылевлагозащитном корпусе. Вот. Сейчас мы к этому делу приступим и в дальнейшем процессе все это пока. Вот наша душевая кабина, монолит. Будем ее сейчас демонтировать. Толщина стенки 5,5 сантиметров. Так, первое, что нам понадобится для монтажа, и одно из самых основных, это хорошая кувалда. Вот, с помощью нее будут проводиться основные работы. Точно так же должен быть хороший отбойник большой. В комплекте к нему мы взяли маленький бош. Вот, и болгарочку. Болгарку взяли маленькую, 125 круг, поскольку стеночка у нас тонкая, только для того, чтобы прорезать арматуру. Вот. Ну что, погнали кушать. Не забываем про средства индивидуальной защиты. Нужен обязательно респиратор, беруши, вот. Ну и желательно, конечно же, перчатки. Итак, начали мы со средины. Вот. Развалили пол стеночки. Вот оно прочно держится на внутренней сетке. Сеточку просто сейчас обрезаем и демонтируем такими вот пластами по возможности. Thank you.
Итак, демонтаж длится с самого утра. Вот. Очень сильно уже устали. Из последних сил пытаемся разобрать потолок. Он на редкость очень прочный, очень большой слой залит. Если стеночка у нас 5,5 сантиметров, то у потолка добрых 15, наверное. И практически ничего его не берет. Пытаемся мы его резать, вот он висит, блин. Практически сам по себе, то есть с трех сторон он уже освобожден, и он даже не думает складываться. Пытаемся закончить. Есть опасность падения на трубы. Всячески пытаемся этому препятствовать. Итак, целый день упорного труда. Вот, и наконец-то мы практически завершили демонтаж ванной комнаты. Электрический каркас был. Вот, в монолите. Очень трудоемкий это процесс. Практически нереально попадаются вот такие вот слоя. И на завтра нам осталось совсем чуть-чуть.